Добрый день, друзья. Хочу презентовать вам наш новый бридинг-проект. Собственно говоря, не так давно мы приобрели себе нашу коллекцию хипсилюрусов магнусов, они же лафозаврусы магнусы. Вот, мы взяли совсем малышей, это мы подготовили для них, скажем так, новый террариум. Потому как они подросли, надеюсь, что здесь им будет гораздо просторнее и удобней. Вот сейчас мы их будем сюда запускать. Ну, как видите, террариум оборудован ветками для лазанья. Вот немного зелени искусственной в качестве декорации. Туманная установка, так как они достаточно влаголюбивые, чтобы направлена на это. Ну и, собственно говоря, точка выгрева, освещение, ультрафиолет. Вот, поилка в качестве субстрата, очень удобно, мелкая кора. Вот такие уже у нас они красавцы подросли. Вот их будем сейчас в новое жилище. Растите, дети. Это стопроцентная пара молодых хипсилюрусов магнусов. Так что мы очень надеемся, что в следующем году мы уже сможем от них получить молодняк.